Как отмечают представители противопожарной службы, сельские жители частенько пренебрегают простейшими и в то же время очень важными в деревянных домах правилами пожарной безопасности. Кто-то злоупотребляет спиртными напитками, кто-то не следит за растопленными печами, а иногда и курит прямо в постели. Упор при подворовом обходе был сделан на сельчан группы риска. Это одинокие пенсионеры, а также неблагополучные или многодетные семьи. Сотрудники регионального управления МЧС совместно с представителями администрации не просто прошли по дворам и провели профилактические беседы, а также на сходе в местной школе проинструктировали как учителей, так и местных жителей, вручив им агитматериалы и обучающие листовки. Объясняется требование пожарной безопасности к печному отоплению, разъясняются требования к индивидуальным жилым домам и проводится профилактическая беседа. Такие противопожарные профилактические рейды представители регионального управления МЧС в сельские населенные пункты Ульяновской области будут продолжаться. Алексей Матюнин, репортер 73.